Завораживающая музыка, приветливые официанты и шикарное меню. Именно так встречали гостей в «Сафари Блюз». Да, и интерьер ресторана располагал к отдыху по самым высоким стандартам. Внутренняя отделка рестобара отличается особым дизайном, что создает теплую и уютную обстановку. К слову, оформление ресторана не оставило равнодушными посетителей, лица которых то и дело озаряли улыбки. К сожалению, у нас не было такого заведения, но вот оно появилось, и мы очень довольны. Теперь мы будем очень часто посещать. В первую очередь мы надеемся, что заведение обрадует нас именно сервисом, в плане того, что другие заведения в городе очень сильно хромают в этом плане. Побывать в гостях в «Сафари Блюз» горожане могут в любой день недели с 8 утра до 2 ночи. Посетителей в обеденное время работники рестобара могут угостить аппетитным бизнес-ланчем с 20% скидкой. Кстати, для владельцев заведения это не первый опыт в области ресторанного бизнеса. Это третье заведение в городе. Первое заведение «Сафари Комплекс» было открыто в 2004 году, 1 августа. Оно было совершенно маленьким, не такого масштаба, но потом из-за спроса гостей его расширили и сделали очень много залов, также в тематике. И это стало именно банкетное заведение для всех мероприятий. 2 года назад в Бурглюке также открыли сафари-зону отдыха. Для любителей караоке в «Сафари Блюз» предлагают караоке-зал, оборудованный самой современной профессиональной техникой. Впрочем, для любителей уединенного времяпровождения в ресторане есть 8 кабинок, каждая из которых оформлена в индивидуальной тематике. К примеру, дизайн комнаты с необычным названием «Лира» подходит для официальных переговоров, а вот зал «Роуз» рассчитан для романтических свиданий. У нас есть специально для мужчин, это футбольная комнатка. Там фотографии лучших футболистов города, страны, всех времен и народов. Пуфики сделаны в виде мячей, столик, потолок, то есть все в тематике. Вторая кабинка у нас называется «Фламинго», она рассчитана для девушек. В розовых, белых тонах сделано. Потом у нас есть сочетание двух стилей, это авангард. Также у нас есть на балконе, то есть если кто хочет насладиться пейзажем. Каждый день на сцене «Сафари Блюз» самые известные музыкальные композиции и любимые песни будут исполнять самые популярные в Шымкенте певцы. Профессионализм музыкантов подарит истинное наслаждение посетителям от музыки в стиле джаз. «Сафари Блюз» уже принимают заказы, а все желающие посетить ресторан могут это сделать без затруднений, ведь находится он в самом центре города, по адресу улица Аскарова, дом номер 41. Рауль Габитов, Мурат Одинаев, Абзал Турабеков, новостная служба телеканала ТВК.